Навигация для маломерного флота открылась на севере Камчатки, в Палане, Карагинском и Тегильском районах. В их акватории на лодках, катерах и других маленьких судах можно выходить с 15 мая. По-прежнему запрещена навигация для маломерных судов в Алюторском и Пенжинском районах. Там спустить лодки и катера на воду можно будет лишь с 25 мая.